Отечественную технику в поля Дмитрий Медведев провел совещание в Ростове по вопросам сельхозмашиностроения. Но в любом случае нам придется развивать отрасль даже в таких непростых условиях. Политический кризис на Украине, экономические последствия на Дону. Власти региона готовы пересмотреть бюджет на текущий год. Особое беспокойство сегодня высказывается в том числе и по тому, какие программы, планы, отраженные в бюджете 2014 года, подвержены большему риску в этой ситуации. Важный гвоздь в правоохранительной системе. Ростовские стражи правопорядка возрождают вековую традицию. До точки все, до тонкости все репетировали и все как-то повторяли несколько раз и наша знаменная группа. Сначала беседа с сотрудниками, а уже потом с руководителями предприятий аграрного сектора. По такой схеме прошла рабочая поездка на Дон председателя правительства России Дмитрия Медведева. О сельскохозяйственном машиностроении говорили на одном из крупнейших в мировом масштабе специализированном заводе «Ростельмаш». Импорт сельскохозяйственной техники в стране превышает экспорт. Да и российские аграрии зачастую дают предпочтение иностранным машинам. Чтобы местные предприятия выбирали отечественного производителя, качество комбайнов и тракторов должно быть на высоте. Премьер-министр решил лично оценить уровень местной сборки. В кабине комбайна он провел несколько минут. О том, как увеличить производство сельскохозяйственной техники и нарастить обороты экспорта, говорили уже на совещании. Говоря о текущем состоянии нашего сельхозмашиностроения, нужно учитывать и объективное сокращение рынка. Это из-за общей экономической ситуации, низкой платежеспособности в ряде случаев. Но в любом случае нам придется развивать отрасль даже в таких непростых условиях. Поддерживать отечественное специализированное машиностроение предложили несколькими способами – субсидированием и лизингом. При этом рекомендовать субъектам страны устанавливать приоритет на российских производителей. Сейчас в 30 регионах действуют программы субсидирования импортной техники. Потребитель вправе выбирать и зарубежные машины, но оказывать господдержку иностранным производителям все же не стоит, отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Я считаю неправильным приобретение за счет бюджетных средств либо с использованием форм господдержки импортной техники, а также техники, которая собрана на территории страны без должного уровня локализации. Премьер-министр с этим суждением согласился. По итогам дискуссии были приняты и другие решения. Их озвучил заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. В рамках реализации госпрограммы до 2020 года договорились изыскать дополнительные средства. Пока еще объем не ясен, но по мнению большинства это не менее 5 миллиардов рублей в год, с тем, чтобы на стабильной основе в таком хотя бы минимальном объеме реализовывать программу обновления сельскохозяйственной техники по всей территории страны. После совещания премьер-министр встретился с донским губернатором. Они обсудили подготовку к посевной и строительство детских садов Ростовской области. Политическая нестабильность на Украине может повлиять и на экономическую ситуацию в Ростовской области. Бизнес-взаимодействие с соседним государством глава региона Василий Голубев обсудил с депутатами Госдумы. Для крупных промышленных предприятий Украина – стратегический партнер. Продовольственный товарообмен между Доном и восточными территориями страны, например, Донецком и Луганском, высок. Мы постоянно сейчас мониторим эту ситуацию, пытаемся каким-то образом оценить прогнозы, которые сегодня есть. Я бы сказал, особое беспокойство сегодня высказывается в том числе и по тому, какие программы, планы, отраженные в бюджете 2014 года, подвержены большему риску в этой ситуации. Как украинский кризис скажется на экономических процессах Ростовской области, станет ясно после подведения итогов за первый квартал, считают эксперты. Доходную часть бюджета сейчас лихорадит, отметил губернатор. Один день плюс, другой день минус, один день плюс, другой день. То есть нет вот этой традиционной такой тенденции, которая характеризует ситуацию. Рассчитываем, что после первого квартала мы достаточно внимательно проанализируем, в том числе и рассматриваем вопрос о корректировке бюджета на текущий год. Возможные поправки в бюджет региона внесут до 10 апреля.
Как раскрутить свое дело в интернете и оптимизировать налоговые выплаты? Полезные советы ростовским предпринимателям дадут на конференции «Источники развития малого и среднего бизнеса». Участников ждут 14 марта в конгресс-отеле «Дон Плаза». Основные темы для обсуждения – инструменты привлечения инвестиций, содействие самозанятости безработных, комплекс услуг для предпринимателей и многое другое. Желающие могут записаться по телефонам или по электронной почте. Организаторы – агентство деловых мероприятий «Бизнес-форум» подчеркивают, участие бесплатное. Чтобы не застать водителей врасплох, на сайте ростовской мэрии появилось объявление. До 10 апреля будет ограничено движение по улице Пушкинской на участке от номера 128 до проспекта Соколова. Причина – подведение инженерных сетей к одной из многоэтажек. А с 3 по 10 апреля для проезда закроют промежуток от Соколова до дома номер 110. В Ростовском юридическом институте МВД России сегодня поистине историческое событие. Впервые здесь проведут торжественную церемонию прибивки полотнища нового знамени вуза к древку. Торжественному ритуалу обстановка соответствующая. Стражи порядка демонстрируют выправку, стоят смирно. В церемонии участвуют 13 человек. Право прибить знамя к древку предоставляется строго в соответствии со званием. От генерала до рядового. Казалось бы, занятие сугубо мужское, но молоток в руках девушки держат не хуже. Сам ритуал появился еще в 19 веке. Старший в чине забивал верхний гвоздь. После этого молоток передавался по старшинству. Сегодня традиция практически не изменилась. Разве что готовиться к событию стали тщательнее. До точки все, до тонкости все репетировали и все как-то повторяли несколько раз. И наша знаменная группа. Единственная сложность в том, что это, грубо говоря, сказать, взять молоток из рук генерала-майора. И именно начальника института Ростовского юридического, непосредственно моего начальника. Новый символ героизма и доблести утвержден указом президента в 2012 году. Это говорит о статусности нашего института, о важности обучения системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, о доверии президента к нашему институту, к самой системе Министерства внутренних дел. Официальная церемония вручения знамени вузу еще только предстоит. С конкретной датой пока не определились. Его голос сводит с ума и сбивает с толку. Именно это Андрей Давидян проделает и с ростовской публикой. Тем более такой опыт у артиста уже есть. На слепом прослушивании шоу «Голос» члены жюри были просто уверены. Для них поет парень чернокожий. Черный, что ли? Черный, что ли? Я не понимаю. Блэк? Оказалось, нет, москвич, в прошлом известный в рокерской тусовке Андрей Давидян. Дальше началась путаница со стилем, что и как петь. В донскую столицу он привез сольную концертную программу. Это не джаз, это соул-музыка. Соул и фанки. Фанк-музык и соул-музык. Это очень близкие понятия. Это такие стили, которые выросли из джаза, из блюза, в большей степени даже из блюза. Рок Давидяну уже не по душе. На седьмом десятке лет он больше не бунтует. После проекта у артиста плотный гастрольный график. Из Ростова сразу в Санкт-Петербург и другие города России. А в перерывах подготовка дочери к участию в детском варианте шоу «Голос».